Боже, будь милостив к нам грешным, создавшим нас, Господи, помилуй нас. Прошли, Господи, прости нас грешных и помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Утешителю души истинной, живи без и неся исполняй. Сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися на очистенно от всяких скверну и спаси, Боже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесе, остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услышь, Господи, правду внемли, воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд не да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои, в делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже, преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя, противящейся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня. От врагов души моей, окружающих меня, они заключили стуки своим надменно, говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас, они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, и подобны скинь, но сидящим в места скрытные. Восстань, Господи, предупреди их, не зложи их. Избавь душу от нечестивого мечом Твоим, от людей рукой Твоей, Господи, от людей мира, которых уделывает о жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновей их святые остать от детям Своим. А я правду буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насвещаться образом Твоим. Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек. Да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконные щевтуния. Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты был спасением моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, милости Твои, ибо не от века. Грехов юности мои, преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде, научает кротких путям своим. Все пути Господни милости, истинно хранящим заветы Его и откровения Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешения мои, бы велико оно. То есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрает. Душа Его прибудет во благе, семь Его наследует землю. Тайна Господня боящимся Его и завет Свой открывает им. Отче мои всегда Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок угнетен. Скорби сердце моего умножились. Выведи меня из бед моих, призри на страдания мои и на изнеможение мое, прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их и какую лютую ненависть они ненавидят меня. Сохрани душу мою, избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняет меня, ибо я на Тебя надеюсь, избавь, Боже, Израиль, от всех скорби Его. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедро Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего, чисти меня, ибо беззаконие мои, я сознаю грех мой всегда предо мною.
Тебе и тебе единому согрешил, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праден приговоре твоему через суде твоем. Вот я в беззаконии зачатый, и грехи родила меня мать моя, вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость твою. Окропи меня и сопом, и буду чисто, мой меня буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, возрадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лице от грехов моих, изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори у меня, Божий Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Божий, Божий, спасение моего, язык мой схвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои возвестят хвалу Твоего, жертву Ты не желающая дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы, правды и возношения, и все сожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцо. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияние свет разума, в небо звездам служащие, звездою учахуся. Тебе кланяйтесь, солнце правды, и Тебе ведитесь, святый Востока. Господи, слава Тебе! И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Богородице, Ты сила за истинное, возрастившую на плод живота. Тебе молимся, молись, владычица святыми, апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дне поспешит нам Бог спасение наш Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесе, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава веки. Аминь. Вот есть присущество Бога рождает, и земля ведет небесу к Тому приносит. Ангелы спасительные слова словят, вот свежится звездою путешествуют, нас бы ради ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняем и славим Христе Божий, долго терпеливе, много милостивее, много благоутробнее. И же праведное, любя и грешное, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наши в часе молитвы, исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти. И избави нас от всяких скорби, зол и болезней, гради нас святыми Твоими ангелами, дополчениями, соблюдаями, наставляями. Достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей, я славы, яко благословенны сей во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словорошую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, Святый Душа, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного.
Ими живейся судьбами и спаси меня, недостойного раба твоего, яко благословенный сей во веки веков. Аминь. Галатам апостола Павла послание. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего, Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слово Святаго Иоанна Златоустого на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа. Вижу таинство необычайное и чудное. Пастыри оглашают слух мой, произнося не пустынную песнь, но воспевая небесный гимн. Ангелы поют, архангелы воспевают, херувимы взывают, серафимы славословят, все торжествуют, видя Бога на земле и человека на небесах, высокого внизу, по его домостроительству, и низкого вверху, по большую человеколюбию. Сегодня Вифлеем уподобился небу, вместо звезд приняв поющих ангелов, и вместо солнца неизъяснимо внести в солнце правду. Не следует, как это, где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, не шел и спас. Все повинуется Богу. Сегодня рождается сущий, и сущий становится тем, чем он не был. Будучи Богом, он делается человеком, не переставая быть Богом. Не теряя божества, он стал человеком. И с другой стороны, не через постепенное приспияние человека сделался Богом, но будучи словом, он стал плотью. Так что естество его осталось неизменным по своему бесстрастию. Когда же он родился, то иудеи отвергали его необычайное рождение. Фарисеи ложно толковали божественные книги, и книжники говорили противное закону. Ирод искал родившегося не с тем, чтобы почтить его, но чтобы погубить его. Сегодня люди увидели все противоположности. Не утаилось, говорит псалмопевец, о детей в следующий род. Цари пришли и удивлялись небесному царю, как он пришел на землю, не имея при себе ни ангелов, ни архангелов, ни престолов, ни господ, ни сил, ни властей, но, прошедший необычайным и непроходным путем, произошел из неприкосновенного чрева, не оставив, впрочем, ангелов своих без своего руководительства и не потеряв собственного божества через вочеловечение у нас. Цари пришли поклониться небесному царю славы, а воины послужить военачальнику жизни. Жены пришли к рожденному от жены, чтобы изменить скорбь жены в радость. Девы к сыну девы, удивляясь, как творец молока и сосцов, производящий из сосцов текущие сами собой потоки, принял младенческую пищу от матери девы. Младенца к сделавшемуся младенцем, чтобы из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Отроки к отроку, сделавшему их мучениками по причине иродова неистовства. Мужик, ставшему человеком и уврачевавшему болезни рабов. Пастырь к доброму пастырю, положившему свою душу за овец. Священники к сделавшемуся первосвященником по чину Мелхиседекову. Рабы, принявшему образ раба, чтобы украсить наше рабство свободою. Рыбари, сделавшему их рыбарей ловцами людей. Мытари, кивившему из мытари евангелиста. Блудницы, к простершему ноги свои, к слезам блудницы. Кратко сказать, все грешники пришли видеть Агнца Божия, берущего на себя грех мира. Волхвы, воздавая ему честь, пастыри, прославляя его, мытари, благовествуя, блудницы, принося мира. Самарянка, жажда источника жизни, хананьянка, имея несомненную веру. Так, когда все радуются, я хочу радоваться, хочу ликовать. Хочу торжествовать, но я ликую не на цитре, играя, не смычок, приводя в движение, не свирели имея в руках, не факелы зажигая, но вместо музыкальных орудий принимая пелены Христовы. Они для меня надежда, они для меня жизнь, они для меня спасение, они для меня свирель, они для меня цитра. Поэтому я и прихожу, взяв их, чтобы их силой получить силу речи и сказать с ангелами: «Слава Вышнему Богу, а с пастырями и на земле мир в человеках благоволение». Рожденный неизъяснимо от Отца, сегодня непостижимо рождается от Девы ради меня. Но тогда он по естеству родился от Отца прежде веков, как знает родивший.
а сегодня он сверхъестественно родился, как знает благодать Святаго Духа. И горнее рождение его истина, и дольнее рождение его не ложно. Истинно родился он, как Бог от Бога, истинно родился он же, как человек от Девы. Вверху он один от одного единородный, внизу он же один от одной Девы единородный. Как в горнем рождении его нечестиво представляет мать, так и в дольнем рождении его богохульно допускать отца. Отец родил его бессеменно, и Дева родила его нетленно. Ни Бог не потерпел разделения, родив его, потому что родил боголепно, ни Дева, родив его, не испытала растления, потому что родила от Духа. Поэтому ни горнее рождение его не может быть ни изъяснено, ни пришествие в последние времена не допускает исследования. Что сегодня родила его Дева, это я знаю, и что Бог родил его без времени, этому верю. Но способ его рождения я научился чествовать молчанием, а не научен исследовать словопрениями. По отношению к Богу не должно обращать внимание на свойства дел, но веровать в силу действующего. Ведь по закону природы бывает, когда жена, вступившая в замужество, рождает. А когда дева, не испытавшая брак и родившая, опять оказывается девой, это выше природы. Итак, пусть исследуется то, что бывает по природе. А то, что выше природы, пусть чествуется молчанием. Не как достойное небрежение, но как неизъяснимое и достойное почтение молчанием. Но простите меня, прошу вас, если я захочу в самом начале прекратить свою речь. Страшась исследовать высшее, я не знаю, как или куда мне обратить кормило речи. Что же я скажу или о чем стану беседовать? Я вижу родившую, вижу рожденного, а способа рождения не постигаю. Побеждается природа, побеждаются пределы ее порядка, когда хочет этого Бог. Не по природе произошло это событие, но было чудом выше природы, потому что природа не действовала, а действовала воля Владыки. О, неизреченная благодать! Единородный, сущий прежде веков, неосязаемый, простой и бестелесный, принял на себя мое тленное и видимое тело. Для чего? Для того, чтобы, сделавшись видимым, научить, а научив, возвести нас к невидимому. Так как люди считают зрение достовернее слуха и в том, чего не видят, сомневаются, поэтому Бог и благоволил сделать себя видимым и для глаз посредством тела, чтобы умно уничтожить сомнения. Он рождается от девы, не познавшей этого дела, потому что она не содействовала событию, и не от нее зависело это дело, но она была только орудием его неизреченной силы. Узнав только то, что сказал ей Гавриил на вопрос ее. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Он сказал ей. «Это хочешь ты знать? Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Как же он был с нею, спустя немного времени произошел из нее. Как художник, нашедший полезнейшее вещество, делает из него прекраснейший сосуд, так и Христос, нашедший святое тело и душу Девы, устроил себе одушевленный храм, образовав человека в Деве таким образом, каким восхотел, и облегшись с него, ныне пришел, не стыдившись ни благообразия естества. Для него не было постыдно понести собственное создание. И это создание приобрело величайшую славу, сделавшись одеянием художника. Как при первом создании невозможно было образоваться человеку, прежде чем перст взята была в руки Божии, так и поврежденный сосуд не мог быть возобновиться, если бы он не сделался одеянием Создателя. Ну что же я скажу или о чем стану беседовать? Чудо изумляет меня. Ветхий деньми сделался младенцем, восседающий на престоле высоком и превознесенном полагается в ясле. Неосязаемый, простой, несложный и бестелесный осязается человеческими руками. Расторзающий узы греха повивается пеленами, потому что он так хочет. Он хочет без чести обратить честь, без славы облечь славою, в пределах унижения показать образ добродетели. Поэтому он принимает мое тело, чтобы я вместил его слово, и, приняв мою плоть, дает мне святая своего духа, чтобы и давая, и принимая, сообщить мне сокровище жизни. Он принимает мою плоть, чтобы осветить меня, дает мне своего духа, чтобы спасти меня, но что я скажу или о чем стану беседовать? «Се дева во чреве примет» Исаия 7.14. А теперь говорится об этом не как о будущем, но оно созерцается, как совершившееся. Оно совершилось у иудеев, у которых и было предсказано. Принимается верою у нас, у которых не было и упоминаемо. «Се дева во чреве примет». Буква принадлежит синагоге, а приобретение церкви. Та получила скрижали,
а это нашла жемчужину. Та украшала волну, а это оделась в багряницу. Иудея произвела его, вселенная приняла его. Синагога вскормила и воспитала его, церковь приняла его и получила пользу. У той виноградная ветвь, а у меня гроздь истины. Та собрала виноград, а язычники пьют таинственное питье. Та посеяла зерно пшеницы в Иудее, язычники серпом веры пожали колос. Язычники благочестиво сорвали розу, а у иудеев осталось терния неверия. Пшеница отлетел, а безумцы остались при гнезде. Иудей объясняет листья письмени, а язычники срывают плод духа. Продолжение следует. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня православные во всем мире, которые еще придерживаются старого стиля, отмечают день рождения Иисуса Христа. По новому стилю уже отпраздновали 2 недели назад. А как правильно? Вот всегда спрашивают. Ну, раз существует выбор, сначала определите себя как. Ну, а все-таки вот сравните без предвзятости. Правильно, когда по новому стилю. А почему? Отвечаю, что тот календарь, который по-старому, юлиановский, был римский языческий царь, император Юлиановский. И он усыновил, вот, в честь себя назвал месяц июль, а за ним следующий назвал август, и по одному дню оторвали от февраля, 2 месяца подряд по 31 дню. А потом заметили, что уже не совпадает ни по планетам, ни почему. 13 дней набежало ошибки. И Григорий, папа римский, это уже христианин, он вот новый стиль усыновил. Нет, держится за языческий. За неверный, которую, ну ошибка-то, никуда ее не денешь, это же солнце идет. У меня был знакомый один, отличный, хороший человек, работал на поезде. Он проработал на нем больше около 40 лет. И говорит, ни разу я не смог привести поезд, состав свой, пассажирский, точно минута в минуту, секунда в секунду, туда или сюда хоть немножко. Сегодня определили, что есть такие часы, которые делают поправку на 1 секунду за 2000 лет. Ну а с чем сравнивают? Планеты. Звездой ущахуся. Вот она куда идет. Вот мы даже не замечаем, как пишем. Не полные цифры пишем. Как пишут, допустим, сегодня 7, 7, 1 и 2020. А ведь если по полностью, то впереди ставят 0, чтобы никто цифру не поставил. Трехзначных цифр не бывает. А только двузначно 0, 7, 0, 1, первый месяц, и 2020 год от Рождества Христова. Вот как надо писать. Что интересно, в Советском Союзе от Рождества Христова писали до 1936 года, смерти жены главного вдохновителя Вилла. Почему, тоже неизвестно. Стали писать по-другому, новой эры. Давайте посмотрим, что в истории вошло новой эры. Все знают, Библия состоит из ветхого Нового Завета. Новое, значит, новое. Все творю, все новое. Итак, обновитесь духом. Везде слово новое. Новая эра, они сами подтвердили. От Рождества Христова это новая эра. Эра благоволения Божия. И вот мы вступаем в этот год. А точно спрашивает, вы можете сказать, это действительно 2020-й? Нет. Ни один богослов не ответит. А почему? В прошлом столетии была обнаружена внезапно ошибка. И ошибка неопровержимая. Дело вот в чем. А как до этого праздновали? Очень просто. Одна была привязка. Захария, отец Иоанна Крестителя, то есть по-нашему Ивана Захаровича, и он служил. А тогда жертву приносили, которая за грехи народа, она перед этим, которая закрывала, как по-нашему сказать, и разорвалась завеса. А кадильная за. И входил туда один раз в год первосвященник. Понимаете? И данных больше никаких. Когда примерно? Теперь к евреям стали узнавать. У вас менялась дата? Не забывайте, там лунный календарь. В переводе на наш
вот это 12 месяцев, это большая разница. А у них через 3 года не високосный был, а Адар, Виадар, дополнительный месяц Адар, 13 месяцев было. Ну мы же не удивляемся, что вдруг 29 дней бывает в феврале. Это тоже условно. И вот первая условность, точно не знает, в какое время и сколько времени, второй пункт, когда первосвященник заходил, написано его череда. А когда череда наступала, в какой день? Не день. А череда, она могла быть и месяц. Тут большую заслугу, может быть, в кавычках, придется приписать Иоанну Златоусту. Он почему-то решил, что это в этот же день, как у евреев, он зашел, приносил жертву. И в этот же день он пришел домой, и в этот же день зачался человек. Но это же искусственно натянуто все. Но разницы нет. Но мы должны признать это дело. Ну и не знали как. 530 лет проходит, и все еще ведут отсчет не от Рождества Христова. А был такой один из самых лютейших гонителей христиан, который 4 эдикта выдал против христиан. Если сначала забрать священников, потом книги, второй эдикт. А 4-й эдикт был так. Вот разговариваешь дорогой, и вдруг оказалось, что ты христианин. Никого не спрашивай, что у тебя в ре. Коромысло, коромысло, камня убивай. Половина имения твое, половина в казну. Вот житие святой Анисии показано. Она идет щедра, накрыта, ну как у мусульман. Паранжа. А он видит, как она идет по походке. Ну видно же, молодая. А он подошел воин-то и снес, она ему плюнула в лицо сразу. Солнце не видел моего лица, поганец такой. Он выхватил меч и сразу запорол ее. Это указ Диоклетиана. И он ничего не был обвинен ни в чем. От рождения Диоклетиана 5 столетий Церковь Христова вела отсчет. Это невероятно. Почему? Я не могу ответить на вопросы. Никто не отвечает. Вот сейчас проповедь Иоанна Златоуста, я скажу, она была произнесена в 386 году. Это 4 век. А отсчет идет от того. Ну, кто-то должен рассчитывать, когда каждый год пасхали, сверять с лунным календарем. И вот один человек, он как таблицу Менделеева, так, этот год такой-то, 2020 такой, следующий такой. И он таблички раскладывает, и он смотрит, повторения начались. Он посчитал 532. Он 4-й круг рассчитал, пасхалию. Дионисий, монах Дионисий Малый, меньший. Он просто поражен был. Никто не знал, никто не знал. Он эту пишет памятную записку. Они знают, что такое это лунный ход, умноженный на солнечный. Возвращение-то. 28 на 19 там умножили. 532. Это тоже они не знали. Астрономы где-то запоздали. Волхвы еще не пришли. Посмотрели. Братья, а это не может быть знамение, что Христос родился. Давайте считать 532 годом. Давайте. И дальше 533. И так и пошло. И в прошлом столетии раскопки показали, что Ирод Великий умер на 4 года раньше Рождества Христова. Ну тут и любому понятно, что никак Христос не мог быть гонимый, Иоанн Креститель когда бежал. Никак. Ошибка где? Документы, раскопки показали. А у вас какие данные у христиан? Да никаких, Дионисий младший сказал. Итак, кто попятится? Мы берем назад. Ну, уже закрепилось. Давайте, когда нужно будет, мы прибавим 4-то. Сейчас идет 2024 год. Никуда с этого уже не сдвигаться. Они на чем не влияют. Но я говорю, когда отвечать нам приходится, не бейтесь за цифры. Библия об этом молчит. Иоанн Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. А просто мы соглашаемся. Я сегодня еще раз пересчитал утром проповедь Иоанна Златоуста. Она не полная, видно. У него в среднем 33 минуты примерно проповедь была. Я с греческого переводил на буквы, какой, а я не знаю, как он говорил, быстро или нет. Нет, конечно, размеренным тоном, вот как я сейчас говорю. И сколько он говорит? Примерно в среднем 70 ссылок на Библию. Но тогда не было глав стихов-то. А сегодня их поставили. Я посчитал на этой проповеди 40 с лишним ссылок на Библию. Больше нет ничего. Научиться надо подтверждать свои слова местами Писания. Он родился и ходил по земле. Об этом мы считаем книга Варуха 3.38.
Он явился и ходил по земле. В этом нельзя сомневаться. Я вот посмотрел, сколько таких совпадений, притом они не просто совпадения, а какие-то знаки за этим стоят. Частичку Господь показывает, и удивляешься. Вот Матфея, 13 глава, 17 стих. Христос говорит, многие желали видеть пророки этот день, а вы в нем живете. Многие, а сколько много? Мы не знаем, но знаем многие, определенно многие. Ну, 12 малых пророков, больших 4, ну, считая Савеля, Садама. Они желали видеть этот день. У нас в Библии слово «антихрист» 4 раза употребляется. Ну, можно считать там еще дополнительные места, но так переведено. А кто такой антихрист? Анти, против. Против кого? Не анти-Иисус, а антихрист. Кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти. Не рожденный просто, а пришедший, то есть он где-то уже был. И кто сегодня против этого воюет? Миллиарды людей. Я вот все это слагаю и понимаю, время пришествия, второе пришествие называется, близко. Первое пришествие Христа, с большой буквы слова первое, это вот то, что мы сегодня отмечаем. Многие желали видеть и не видели, а ваши глаза это видят. Правители приходят и уходят. Совершаются революции, войны. Сегодня отсчет идет оттуда. У любого вождя, какую бы ни исповедовало новую идею, рождение от Иисуса Христа. Значит, счет идет. Первое пришествие – это намек на страшный суд. Иоанн Златоуст говорит так. Законы издают правители, а они только для его страны. Греческий закон персы не исполняют. Китайский закон, как на дорогах ездить, нас не касается. И тебя штрафовать будут по этим законам. Есть только один закон, который на все века, для всех наций, для всех религий. Это закон Христа. И закон Христа, это начинается с его рождения. Первое, очень сильное пророчество было сказано уже в раю. Змей будет жалить тебя в пету. То, что с чем-то с землей в первую очередь соприкасаешься, когда шагаешь. А оно семя жены. А почему не муж? У жены какое семя? Семя жены. Но это ошибка, не ошибка, бессеменно зачатый. И по-человечески только от жены это слово относится. Родословно Авраам родил, ну это-то мы знаем, что мужик не может родить. Я когда первый раз прочитал, думаю, наверное, какая-то ошибка. Нет, закон запрещал вести родословную от женщины, от мужчины. И когда говорят, вот столько-то Христос накормил, не считая женщин и детей. Когда делалась перепись, не считая женщин и детей, женщина слишком противная, греху наклонная, а дети несовершенные, а совершенные с 20 лет. И в счет попадали от 20 до 50 лет. Не надо удивляться, что там женщина пренебрегаема, нет. Наоборот, этим законом Господь сохранял их. Я вот несколько мест назову. Деяния 5.39. Если только кто будет против идти, прямо написано, чтобы не оказаться богопротивным. Богопротивным. Это тебе сразу прилипнет. Вот я рассуждаю с некоторыми не нашей веры людьми, которые исповедуют 2 миллиарда людей. Я говорю, а когда умер ваш организатор, кто организовал вашу религию-то? Повторяю, ну, примерно 3000 человек я опросил. Ни один не назвал. Ни один. Один только рядом оказал, но не точно. В 632 году. В 632. А Пасхалия в 532. Ровно на 100 лет. Тогда никто не знал, что это будет. Самый грозный бич. Тамерлан был и ушел, Чингисхан был и ушел, империя возникает и рушится. То, что сейчас идет, только умножается. В Европе массово христиане, которые назывались, переходят в эту религию. А почему? Вопрос. Они сегодня совершают пятикратные молитвы в день. Нигде ни одна религия этого не может добиться, и притом одни мужчины. У нас попробуют, мы в общем маленькая. Давайте договоримся. 5 раз в день будем собираться одну неделю. Да один день еще не получится. Сотни причин, а у них нет причин. Едет автобус. Одна рассказывает, я была в Ташкенте. Вдруг остановился, я посидела.
А шофера нет. А куда шофер делся? Он говорит, а ты посмотри, направо посмотрела в окно. А он расстелил маленький коврик, дастархан. Стоит на коленях, молится. А почему? Время пришло. Так мы едем. Бог приказал пятикратно. А у нас семикратно. Не считая утренней вечерней. И все, мы уже проиграли. Как они любят женщин. У нас вот здесь приходят, как только все отслужили, платье повыше поддернуло, переоделась, шапочку надела, собачий мех и пошла домой. А у них так ходят. Мне Господь позволил проехать всю Европу, Скандинавию, Прибалтику, Турцию. Нигде они не, это, не занимаются. Мимикрией называется. Подделка. Вот в таком-то виде ты пойдешь. Ты же понимаешь, что это проповедь. Тебе сразу же будут обращаться люди, которые понимают. Мы с бородами едем по стране, нас останавливают. А вы не ваххабиты? Нет, мы христиане. Сестры с нами идут, а тут работают рядом, которые южные народы. Наши сестры идут. Я говорю, это православные. Нет, это наши сестры идут. А наши сестры одеты благочестиво, целомудренно. Американские женщины написали большое послание этим женщинам, которые берегут. Какие вы счастливые. Как ваши мужья берегут. А нас раздели и смеются над нами. И она ничего не делает. Обязательно бить без подков. Я говорю, у нас в стране есть только один правитель, глава администрации, который без подков ни одной женщины перед ним. Один государственным указом запретил делать аборты. И вы знаете кто? Не нашей веры. Они познали Христа, говорят, но не у нас, в другом месте. Как вчера прочитал отца Андрея Ткачева, там написано так. И он говорит, ну хороший батюшка, конечно, хороший у нас. Но его спросите, что написано в третьей книге царств? Ну а попутно можешь спросить, и что Захария пишет? Я не сомневаюсь, он тебе просто может в морду дать. В морду дать? Это священник говорит, проповедь. А почему? А что ты меня унижаешь? Едем дорогой. Стоит одетый мужчина, видно, что по форме женщина. Мы посадили, до Барнаула довезли, 1300 километров, бесплатно. А дорогой стали кое-что спрашивать. Я говорю, послание Галатам написано, откройте. А они уже императора воцарили, наш правитель в Кремле не знает, что тут другой царь уже. Он ищет в Ветхом Завете Галатам. И когда понял, что нигде нету, такие тихие смирные, как она взбунтовала. Я думал, она кинется драться на нас. Вы моего мужа унижаете? То, что я спросил, прочитай Галатам, это я его унижаю. А может быть, раньше унижение началось? Если мы про Христа не знаем о рождении, что Его, который безначальный, безначальный, запомните, Бог сделался плотью, во плоти, чтобы нас возвести в духе. Он родился по плоти, чтобы нам родиться духовно в духе. И о рождении Его мы считаем уже в первой книге «Бытие», а далее у пророка Исаия, 7 глава, 14 стих. «Се дева во чреве примет и родит сына». Вдумайтесь, что написано. «И нарекут имя ему Эммануил». Сколько тут загадок. Но это, говорит, знамение. Написано знамение. Так она родила, она была там замужем в Богородице. Это сектанты, еретики, все так понимают. Буквально все. Так откуда вы взяли это? Ну откуда? А где написано, что она родила, стала девой? Написано... Все девы в очеве примет. Мы в это верим, Дух Святой нашел. А что родит-то? Не написано нету. Я как будто никогда не видел. Я первый раз давеч пересчитывал. Правда не написано. Ну так принято. Ну это человеческие предания. Да. Но ведь ошибка же. Он Иисус, а там написано нарекут имя. Ну тут объяснено. Нарекут народы, яко с нами Бог. Покарайтесь языки. Это все заключается в сегодняшнем дне. Вот несколько таких моментов. Лука, 2 глава, 1 стих, и даже говорит об исполнении предначертанного. Как была перепись при Августе, Октавиане, Цезаре. Они не знали, что делать. Он должен был родиться в Вифлееме. А жили-то в Назарете. Ничего, подвиг... Ну, кто-то скажет, да куда я поеду, жена беременная, куда я поеду? Лука, там нельзя было никак заставить одно поприще, иди два. Это римская власть была. Заснувший на вахте сразу же предавался смерти. А тут скажите, что мы спали, когда его украли. То есть они не знают закона эти. Этого нельзя было ничего сделать. Нарекут народы. Он Бог, а сегодня те, которых миллиарды, они говорят, нет, он просто пророк был. А отсюда все, кто так говорит,
не признает его пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. Все, мы нашли где. И нам никак не избавиться от того. Мы знаем, если бы проповедовали эти люди ревностные, они были бы православные. А все еще цепляются за мертворожденное, за монашество. Это врождение. Врождение написано Тимофею. И он показал себя ангелом. А что это? Ангелы не видели. Но ангелы имеют начало? Имеют. А сколько лет? Ну, не знаю, может быть, миллион, а может быть, миллиарды лет. И они воспевали Богу, да, написано, свят, свят Господь Савов, исполнивший небо и землю славы своей. Написано. И они его не видели, не так, как они его чувствовали. И вдруг они увидели лежащего в яслях. Вот мы говорим, ребенок лежит в яслях. Яслями не называлось это. Детская коляска там или как-то. Ясли – это у скота. И слово «ясли» перенеслось теперь на все ясли. Вот мы привыкли, слово «вертеп», да живете как в вертепе. И вдруг вертеп, младенец родился в вертепе. То есть это пещера. А в пещере разбойники скрывались. Это все отдалилось. И мы видим, вот это называется вертеп, тут ясли. Сегодня вы увидите, показывает это. Пророк Михей 2.6, это Матфея 2.6 и Михея 5.2, они говорят о рождении его в Вифлееме. И те, которые, допустим, были против, мало ли что сказали пророки, я язычник, ничего, придет время, и вдруг перепись сделать, первое отправление Квириния Сирии, и в эту перепись должны были они войти. И мы считаем Псалом 86, 5-6 стих. Такой-то родился там. И в переписи народов напишется. А вот такой-то родился там. И Господь Бог укрепил его. Просто родился, вот обо мне, о тебе родился. А об этом, который родится, его сам Господь Бог укрепил. И ничего не смогли сделать до часа назначенного, когда ему нужно было от этой жизни отойти. И в переписи народов напишется. И так и написалось. Это пророчество. Пророчество о сегодняшнем дне. У нас самые далекие от нас предметы, так назовем, это звезды. Ни луна, ни солнце. И вдруг какие-то звездочеты. Слово волхвы, это волшебники. Говорят, здесь это нет, это астрономы. А они замечают. И видят, да, звезда-то далеко, она самая близкая сделалась. Она шла, может быть, на метр выше жилища. Вот я скажу, я говорю, я видел, луна надо мной, а из нашего села звонят, где-то надо мной. Но еще самолет можно определить, как там рядом. А здесь именно некая ангельская сила была. Звездой у щахов, звезды никакой не было. В виде звезды. Это все мы должны сегодня подобрать у себя, никогда не спорить об этом. Дата Христа не установлена, это не имеет значения. Я знаю, когда я встретился с Ним и когда было мое рождение. Вот это самое важное. Я могу назвать дату, число и время. Такого-то, такого числа. Если говорится пророчество, дева примет во чреве и родит сына, мы будем всегда исповедовать ее преснодевой. Хотя не написано, что родила и осталась дева. Монахи сейчас пишут, и роди, прямо пишут, считаемо, роди избоку. То есть нормальным путем это не как избоку, ребра развеносит. Вроде то место уже такое поганое, что ничего не может быть. Никто по-другому не рождался, сам он говорит. Зачем выдумывать-то? А вот уже так придумали, это лживое целомудрие. Она родила. И теперь говорят, что и двери, которые откроются, это считают на Рождество Богородицы, и он войдет ими, и никто ими больше не войдет. Пророчество-то об этом говорит, как 44-й псалом. Ну, относится к церкви, но церковь отнесла их к Божьей Матери. Мы православные. Если в чем-то сомневаемся, оставь при себе. Это ничего не меняет. Мы знаем, что о воскресении Христа 56 раз мы празднуем в воскресениях. Суббота и воскресенье. Суббота и воскресенье. А Рождество Христово, вот когда этот дом был построен, дата от Рождества Христова. Мы родились, и везде две цифры на кладбище стоят. Родился от Рождества Христова, умер от Рождества Христова. Итак, родившись от Бога духовно, мы его новым языком будем прославлять за его нетленность, за его любовь,
за то, что оставил живое слово, и никогда не позволяйте людям искривлять синодальный перевод Библии 1876 года. Я утверждаю и доказываю, лучшего перевода в мировой практике не было. Сверялись не только знатоки языка, а у Иоанна Златоуста, когда он выходил, 4 перевода лежало на греческом, и он все доказывал, все правильно. Здесь и с арабского, и с латинского. И стали смотреть, как это слово толковал Златоуст, Василий Великий, Иероним Стридонский. В каком смысле? Потому что слово бывает многозначно. Я просто говорю, слово «коса». Уже мы начали разбираться. Коса женская, коса косить и коса взморья. Корабль сел. А здесь что говорили святые отцы? Они в оригинале все считали. Благословен Господь, если нас закрепит на этом. Никогда ни одной буквы в нашем переводе, который нам Бог даровал, не оспаривать. И тогда мы точно знаем, Церковь Христова так решила, когда праздновали только один день всего, один, крещение, они присоединили в этот же день и Рождество. А потом уже разъединились эти праздники. Богу нашему слава во веки. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, именем Твоим спаси меня и силой Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня сильные еще души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твою истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня, я стенаю в горести моей, смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие, и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. Я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы, успокоился бы, далеко удалился бы я, и остался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, раздели языки, ибо я вижу насилие распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуба, обман и коварство не сходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается до мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, и возлодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером, утром и в полдень буду молять его пиять, и он услышит голос мой, избавит в мире душ мой от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой, уставив мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы Твои, Он поддержит Тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не зайдешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу. Прибежище мое, защита мое, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит Тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит Тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000 ценой тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язвы не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедуют тебе, охранят тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, ты не приткнешься о камень ногой твоей, на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, услышу его, сними в скорби, избавлю его и прославлю его, долготой дни насыщу его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь.
Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Рождество Твое, Христе Боже наш, во сияние и свет разума, небо звездам служащий, звездою чакуся, Тебе клонитесь, солнце правды, и Тебе бегите со святой востока, Господи, слава Тебе. Ты ныне и присно во веки веков, аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, и же от Тебя, родчика, Самари, Богородица, Дева, много поможет моление матерника, благосердия, владыки, не презрив грешных мольбы всечистая, яко милостив, если спаси моги, и же страдать нас изволивый. Скоро да предарят нищедроты Твои, Господи, яко обнищакам зелом, помози нам, Боже, спаси наш, славу ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков, аминь. Отче нашей жизни на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава во веки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божием, долго терпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведно любя и грешное милое, и же вся завойка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими и наши всесвятые молитвы, и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми тайными ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим, без истинного Бога, Слово Родичу, сущий Богородицу Тебя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, Господи сил, и всея Твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей, я единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславай на спасение рода нашего, и честным его крестом, как описание грех наших, стерзавый, и победив тем начало и власти тьмы, сам владыка человека любящий, прими нас грешным благодарственные сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех излобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, приглази страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших, что и стали помышления лукавствия, но любовью Твою изви души нашим, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе света наставляемые, Тебе неприступного прислушающие, зрячи света, непрестанное Тебе исповедание благодарения высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и со святым и благим же трящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повимся чудеса Твоя,
молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Славите право в Исоме, велие дело Господня, с молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Изысканно вам свет пребывает век века, молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитвами Богородицы спаси, спаси. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, муж мой Господа, заповеди Его восхоче дело. Спаси мне, Сыне Божий, дрожите от Его поющие дни. Аллилуйя. Сильно на земле будет семя Его, род правый благословится. Спаси мне, Сыне Божий, рождися от девы поющей, я тебе, аллилуйя. Слава Его Отца в дому Его, и правда Его пребывает век века. Спаси мне, Сыне Божий, рождися от девы поющей, я тебе, аллилуйя. Воссияй во свет правды, милостивый, щедрый, праведен. Спаси мне, Сыне Божий, рождися от Девы поющей, я тебе, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородный Сын и Слове Божий бессмертен Сын, и изволивый спасение нашего ради. Воплотитеся от святые Богородицы и преснодивы Марии, непреложного человечимися. Разнися же Христе Божий смертью и смерть поправы, Единицы святые Троицы. Прославляем Отцу и Святому Духу, спаси нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Рече Господь, Господи моему, сиди, одесную меня. Рождество Твое, Христе Божий наш, воссия мира и свет разума. Небо звездам служащий, звездою учакуся, тебе кланитесь солнце правды, и тебе веритесь высоты востока, Господи, слава тебе. Донде же положу враги твои подножие ног твоих. Рождество твое, Христе Божие наш, сияние и свет разума, в небо звездам служащие, звездой учакуся, тебе кланитесь солнце правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, слава тебе. Жезло силы после ти, Господь, от Сиона, и господствуй посреди врагов твоих. Рождество Твое, Христе Божий наш, воссияние и свет разума, в небо звездам служащие, звездою учакуся, тебе кланитесь солнце правды,
Ты востока, Господи, слава Тебе. С Тобою начало в день силы Твоя во светлости святых Твоих. Рождество Твое, Боже наш, мы сияние свет разума, небо звездам служащие, звездою очакуся. Тебе кланитесь от солнца правды, и Тебе ведет Иисуса Ты Востока, Господи, слава Тебе. Есть чрево прежде деницы родитая, клятся Господь и не раскается, Ты рей во век по чину Мелхиседекову. Рождество Твое, Христе Боже наш, во сиянье свет разума, в небо звездам служащий, звездою очакуся, Тебе кланитесь от солнца правды, и Тебе видите солнце Ты Востока, Господи, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Дива днис пресвященного рождает, и земля ветер неприступного приносит. Ангелы с пастырьми слава славят, Господи со звездою путешествуют, нас в ради родися, отречи влада привечный Бог. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Елицы, во Христа крестися, во Христа прикостися, аллилуйя. Елицы, во Христа крестися, во Христа прикостися, аллилуйя. Елицы, во Христа крестися, во Христа прикостися, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Во Христа прикостися, аллилуйя. Елицы, во Христа крестися, во Христа прикостися, аллилуйя. От Матфея, Святого Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудины, ибо из тебя произойдет вождь, который пасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Слово святаго Иоанна Златоустова на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа. Продолжение.
се дева во чреве примет. Скажи мне, иудей, скажи же мне, кого родила она. Доверься мне, по крайней мере, мне, как Ироду. Но ты не доверяешь. Я знаю, почему, по своему коварству. Ему ты сказал, чтобы умертвить Христа, а мне не говори, чтобы я не поклонился ему. Кого же родила она? Кого? Владыку природы. Ведь хотя ты молчишь, но природа взывает. Дева родила так, как рожденный сам восхотел родиться. Не по закону природы это произошло, но как владыка природы? Он употребил необычайный способ рождения, чтобы показать, что и дело с человеком, он рождается не как человек, но рождается как Бог. Итак, сегодня он произошел от девы, победившей природу, превозошедший брак. Источнику святости надлежало произойти от чистого и святого рождения. Он есть тот, который в древности из девственной земли создал Адама, а от Адама без жены образовал жену. Как Адам без жены произвел жену, так и сегодня дева без мужа родила мужа. Он человек, говорится в Писании, но кто познает его? Так как женский пол обязан мужескому тем, что Адам без жены произвел жену, то поэтому сегодня дева родила без мужа, уплачивая за Еву этот долг мужам. Чтобы не возгордился Адам, что без жены произвел жену, поэтому и дева без мужа родила мужа. Чтобы одинаковостью чуда показать равенство своей природы. Как Адам Бог взял ребро и через это нисколько не уменьшил Адама, так и в деве он образовал одушевленный храм и не лишил ее девства. Целым остался Адам по взятии от него ребра, неповрежденной осталась и дева по исшествии из нее младенца. Поэтому он не из другого чего-нибудь устроил себе храм и не иное тело создал и принял на себя, чтобы не показалось, что он унижает существо Адама. Так как обольщенный человек сделался оружием дьявола, то этого самого падшего он избрал себе в одушевленный храм, чтобы через сродство с Создателем отклонить его от общения с дьяволом. Впрочем, и дело с человеком, он рождается не как человек, но рождается как Бог. Если бы он произошел через обыкновенный брак, подобно мне, то для большинства это показалось бы ложью. А теперь он рождается от девы, и рождаясь, сохраняет ложесна ее неповрежденными, и девство ее соблюдает целым, чтобы необычайный способ рождения послужил для меня основанием великой веры. Поэтому, если язычник или иудей спросит меня, сверхъестественно ли Христос, Бог, по естеству сделался человеком, то я скажу «да» и укажу подтверждение своего слова на неповрежденную печать детства. Так он есть Бог, побеждающий порядок природы. Так он есть Творец чрева и новик детства. И потому он родился непорочным способом рождения и неизъяснимо устроил себе храм, как восхотел. Скажи мне, иудей, родила ли дева или нет? Если она родила, то исповедуй необычайное рождение, а если не родила, то для чего ты обманул Ирода, когда он спрашивал, где должно родиться Христу? Ты сказал, что в Вифлееме иудейском, Матфея 2:4-5. Разве я не знал этого селения или места? Разве я не знал достоинства родившегося? Не говорил ли Исаия о нем, как о Боге? Родит сына, говорит он, и нарекут ему имя Иммануил. Не вы ли, неблагодарные враги, объявляя эту истину, не вы ли, книжники и фарисеи, ревностные хранители закона, учили нас всему, что касается его? Разве мы не знаем языка еврейского? Не вы ли толковали Писание? После того, как дева родила, и даже прежде, нежели она родила, чтобы не показалось изъяснение этого места сделанным в угождение Господу, не вы ли на вопрос Ирода привели свидетели пророка Михея для подтверждения слов ваших? И ты, говорит он, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле. Хорошо, сказал пророк, из тебя. Потому что от вас он вышел и пришел во вселенную. Сущий приходит, а не сущий творится или созидается. Он же и тогда был, и прежде был, и всегда был. Он был всегда как Бог, управляющий миром, а сегодня пришел как человек. Как человек он пасет народ, а как Бог спасает вселенную. О, добрые враги, о, благословенные порицатели, которые незаметно для самих себя показали родившегося в Вифлееме Бога. Которые сделали известным сокрывшегося в яслях Господа, которые невольно открыли лежащего в пещере, не желая сделали добро, желая скрыть открыли. Видишь ли невежественных учителей,
Чему учат, они не знают, алкое питают, жаждой напояют, находясь в бедности, обогащают. Придите же, будем праздновать. Придите, будем торжествовать. Род празднества необычайный, потому что необычайный способ рождения. Ныне древние узы разрешены, дьявол посрамлен, бесы обратились в бегство, смерть сокрушена, рай открыт, проклятие уничтожено, грех удален. Заблуждение истреблено, истина возвратилась, и учение благочестия повсюду рассеялось и распространилось. Вышняя жизнь насаждена на земле, ангелы входят в общение с людьми, и люди бестрепетно беседуют с ангелами. Почему? Потому что Бог пришел на землю, и человек на небо. Все соединилось. Пришел на землю всецело существующих на небесах, и всецело существующих на небе всецело является на земле. Будучи Богом, он сделался человеком, не пристав быть Богом. Будучи бесстрастным словом, он стал плотью, сделался плотью, чтобы обитать у нас. Богом он не сделался, но был, а стал плотью, чтобы кого не вмещало небо, того приняли ясли. Для того он и положен был в яслях, чтобы питающий все принял младенческую пищу от матери девы. Для того отец будущих веков не счуждается объятий девы, как грудное дитя, чтобы сделаться доступным и для волхвов. Ныне и волхвы пришли, сделав начало удаления от мучителя. И небо хвалится, указывая звездою своего владыку, и Господь, восседая на легком облаке своего тела, стремятся в Египет, по-видимому, избегая козни Ирода, а на самом деле исполняя сказанное Исаию. В тот день, говорит он, Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря, «Благословен народ мой египтяне, дело рук моих ассиряне и наследие мое Израиль». Исаия 19 глава, 24-25 стихи. Что говоришь ты, иудей? Ты первый стал третьим. Египтяне и ассиряне поставлены прежде, первородный Израиль считается после. Да, и справедливо. Ассиряне будут первыми, потому что они первые поклонились ему через волхвов. И египтяне за ассирянами, потому что и они приняли его, бежавшего от козни Ирода. Израильтяне же считаются последними, потому что уже после выхода из Иордана они признали его через апостолов. Он пришел в Египет и потряс сделанные руками истуканы египетские, не без причины, но потому что некогда запечатлел жилища египетские истреблением первородных. Поэтому ныне пришел он как первородный, чтобы прекратить плач, вызванный древней скорбью. А что Христос называется первородным, об этом ныне свидетельствует евангелист Лука, который говорит, «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». И так он пришел в Египет, чтобы прекратить плач, вызванный древней скорбью. Водворив радость вместо мучений, даровал свет спасения вместо ночи и тьмы. Вода реки сделалась тогда нечистой от убиения юных младенцев, поэтому пришел в Египет он, некогда обогревший воду, и сделал потоки реки, источающими спасение, очистив осквернение нечистоту и силу духа. Озлобились некогда египтяне, в бешенстве отвергли Бога, потому он пришел в Египет и исполнил боголюбивые души познанием Бога. Реке же сообщил силу производить мучеников обильнее колосьев. Впрочем, по краткости времени я хочу здесь окончить свою речь и окончу ее здесь, присовокупив, каким образом он, будучи бесстрастным словом, стал плотью, причем естество его осталось неизменным. Что же я скажу или о чем буду беседовать? Я вижу плотника и ясли, младенца и пелены, рождения девы, лишенные всего необходимого, все в бедности, все в нищете. Видишь ли ты богатство в этой великой нищете? Как он богатый стал бедным ради нас, как он не имел ни ложи, ни постели, но был положен в голых яслях. О, бедность, служащая источником богатства! О, безмерное богатство, имеющее вид бедности! Он лежит в яслях и потрясает вселенную, повивается пеленами, расторгает узы греха. Еще не произнес члена раздельного звука и научил волхвов, указал им путь к возвращению. Что я скажу или о чем буду беседовать? Вот младенец повивается пеленами и полагается в яслях. Предстоит Мария, Дева и Матерь. Предстоял Иосиф, называемый отцом его. Он называется мужем, а она называется женою. Названия согласны с законом, но не означают их сочетание. Разумей, здесь только название, не дело. Он был только женихом его, а Дух Святой осенил его, поэтому Иосиф в недоумении не знал, что сказать о младенце. Приписать его прелюбодеянию он не дерзал. Произнести хульное слово деве он не мог. И собственным сыном назвать его не решался.
Он хорошо знал, что ему неизвестно, как или от чего он родился. Поэтому, когда он недоумевал о данном событии, с неба было принесено внушением голосом ангела: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго». Тут святой осенил деву. Почему же он рождается от девы и сохраняет детство неповрежденным? Так как в древности дьявол обольстил Еву, бывшую девою, то поэтому Гавриил благовествовал Марии деве. Но обольщенная Ева произнесла слово, послужившее причиной смертью. А получившее благовествование Мария родила слово во плоти, приобретшее нам вечную жизнь. Словом Евы указано древо, за которое Адам изгнан из рая. А слово, родившееся от девы, явило крест, через который разбойник на место Адама введен в рай. Так как ни язычники, ни иудеи, ни ретики не верили, что Бог родил нетленно и бесстрастно, то поэтому ныне происшедшее из страстного тела сохранил страстное тело бесстрастным, чтобы показать, что как родившийся от девы не нарушил детство, так и Бог без исцеления изменения и святого естества его родил Бога боголепно, как Бог. И так как люди, оставив его, изваяли человекообразных истуканов, которым и служили к оскорблению Создателя, то поэтому ныне Слово Божие, будучи Богом, явилось в образе человека, чтобы и ложь уничтожить, и богопочтение обратить незаметным образом на себя самого. Будем же высылать славу Христу, сделавшему неудобно удобным, с Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Сына Божия, единородного и от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина, рожденная, несотворенная, единосущна Отцем Чуся Выше, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечився, распятого же за мной при Пантийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Божие Царствие не будет конца. И Духа Святого Господа, истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых, и жизни будущего века. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Величай душе мое, честнейшую и славнейшую горних воинств, пречистую Богородицу. Таинство странное вижу и преславное, небо верьте престол херувимский деву, если вместилище, ниже возлежит невестивый Христос Бог, и Боже воспевающий величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, лежи всегда не в лице, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Помяни, Господи, владыку нашего митрополита Илариона, епископа Евтихия, протерея Кима, диакона Евгения, чица Игнатия, помоги в трудах. Помяни, Господи, всех, кто заповедал нам недостойно молиться не по великой Твоей милости, всех путешествующих, болящих, болящих Левтина. Помоги им, Господи. Помяни, Господи, сродников наших по плоти, близких, неверующих, отступивших от Тебя, Тебя не ищущих. Ты сам знаешь, какими путями приведи к Твоему познанию. Тебе же подобает хвала, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Господи, благословен от ныне и до века. Буди имя Господне благословен от ныне и до века. Буди имя Господне благословен от ныне и до века. Благослови Господа на всякое время. Войду хвала и новости моих. О Господи, похвалится душа моя. Да услышат кровцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и возвеселили его вкупе. Взыскав Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Все нищего зная, Господь, услышай, и от всех скорбей его спаси. Ополчится ангел Господень на крест боящихся его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж же уповает нам. Бойтесь Господа, все святи его, яко не смешение боящимся его. Благодать обнищавшая и залкавша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот, любит, не видите благи. Удержи язык твой от зла, и усни твои ниже не глаголотицы. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни на праведные, и уши его в молитвы. Лица же Господни на творящие злая, еже потребите от земли памяти. Вас ваше праведнее, Господь, услышай, и от всех скорбих избави. Близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех как избавит я, Господь. Хранит Господь вся кость их, ни единой не сокрушится. Смех грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных, богоносных, Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, будь милостив к нам, грешным. Создавши нас, Господи, помилуй нас. Еще с вами совершили, Господи, прости нас грешных, помилуй. Праздничное богослужение окончено. Следующее богослужение у нас в храме будет в субботу в обычное время в 16 часов.
Аминь.